Здравствуйте. С праздником вас. Праздником. Это самое, не могли бы забрать человека, а остальную девушку, а? Да он наверно, блин, что-то у меня вода такая большая, блин. Флипа. Где? Он напротив, он. Он на песочке. Вот как раз напротив нас, вот пустого. Пошли попробуем. А, Лена, скажи, поехали давай. Быстрее. А вы сами-то ничего не соберетесь? А на телефоне или нет? Да так-то да. Ну, наберите. Оль, позвони ей, скажи, чтоб все собирала там, чтоб человек не ждал. Так, а лодка-то где? Я, в смысле, вы я туда обратно? Потом обратно ебусу, а привезти просто мне туда-сюда булькаться. Поехали вместе. А, ну поехали все-таки. Значит, ящик можно вставать? Давай. Ну.
сейчас присаживаем. Я там пока, что я сейчас? Да зачем, что туда-сюда? Я потом один потихонечку позову и все. Четко. Да-да-да, придерживайся, Лена, придерживайся. Вот. Давай, выходи. Тихонько. Можно вступать? Да, можно. Вступать? Молодец. Спасибо, Бурбура, выручили. Как не выходные, так спасательная операция, просто выходные. На вересниках парни тоже трое, а там-то мужики. Подходит, мужик говорит, поплывут, еще утонут, сил нету. Я говорю, вы их знаете? Нет, не знаю. А вот люди такие отзывчивые, что даже незнакомые. Они там махали что-то, сильно знать, что они махали. Спасатель? Я никакой не спасатель. Подходят люди, что откажешь, что ли? Так. Не знаю, что-то случается с другой. Но выключается.